Крепостная. Топ-10 интересных фактов о Катерине Ковальчук. Первое. Катерина Ковальчук родилась 20 февраля 1993 года. Второе. Звезда Крепостной живет и снимается в столице мирового кинопроизводства – Голливуде. Третье. Сделать актерскую карьеру Кати Ковальчук помогла активность в социальных сетях. Там девушку заметил иностранный режиссер и пригласил сняться в главной роли в коротком метре «Рядовой». Четвертое. В детстве маленькая Катя сначала мечтала стать медсестрой или учителем, но потом у девушки появилась цель – стать актрисой. Пятое. Катерина Ковальчук обладает особыми навыками, которые ей пригодились в профессиональной сфере. Девушка умеет кататься верхом, стрелять из боевого оружия, танцевать, степ и даже жонглировать. Шестое. У актрисы костюмированной мелодрамы «Крепостная» есть любимый питомец – кот Том. Седьмое. Рост Катерины Ковальчук – 163 сантиметра. Восьмое. «Интерстеллар», «Богемская рапсодия», «Красотка» – одни из самых любимых фильмов актрисы. Девятое. Произведение Антуана де Сент-Экспюзери «Маленький принц» – любимая книга Катерины Ковальчук. Десятое. Девушка часто путешествует по миру, открывая для себя новые страны. Но Катя больше всего хочет побывать в Китае, Австралии и даже отправиться на Кубу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Следите за всеми новинками киноиндустрии вместе с нами.